На сегодняшний момент вышло очень много произведений, книг и фильмов на тему Холокоста. Но мне бы особенно хотелось отметить фильм, который я посмотрел недавно, «Песни имен», который вызвал в моей душе очень сильные переживания и впечатления. В фильме главный герой в поисках информации о своей семье, которая погибла в Варшавском гетто, очень сильно меняет приоритеты в своей жизни. Всем советую посмотреть данный фильм. Всего хорошего. Спасибо.